Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. В студии Алиса Шампа. В начале выпуска коротко о главном. Депутаты высказались за. Сухумское районное собрание поддержало кандидатуру главы района. Найти взаимоприемлемое решение. Круглый стол по НДС. Определили дату вступительных экзаменов. Вице-президент провел совещание по вопросам лимитов в российские вузы. В Сочи состоялась рабочая встреча премьер-министра Абхазии Беслана Барцы с заместителем председателя правительства России Александром Хлопониным. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров республики. Стороны обсудили план действий на случай возникновения дефицита электроэнергии в Абхазии в зимне-весенний период. Согласно достигнутым договоренностям, при необходимости российская сторона готова осуществить переток электроэнергии в Абхазию. Первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба представил депутатам Сухумского района кандидатуру Валерия Смыр для рассмотрения и утверждения на должность главы администрации Сухумского района. Во встрече приняли участие спикер парламента Валерий Кварча и депутаты парламента. Ранее, 26 января, кандидатуру Валерия Смыр на рассмотрение депутатам районного собрания предложил президент Абхазии Рауль Хаджумба. Путем открытого голосования депутаты районного собрания единогласно проголосовали за дачу согласия на назначение кандидатуры Валерия Смыр на должность главы администрации Сухумского района. В районе, конечно, очень много проблем. Я понимаю всю ответственность. Ну, надеюсь и верю в то, что мы многое сделаем, потому что у нас хороший коллектив. Коллектив я не имею в виду только сотрудников администрации. У меня хорошие главы сел, у меня сами депутаты собрания, мы как-то все вопросы решаем вместе. Мы часто встречаемся с депутатами парламента от Сухумского района, которые мне часто оказывают помощь. В этом году с помощью депутатов, руководства страны мы получили все 29 миллионов. Сегодня руководство страны тоже относится с пониманием, делает все возможное. И, конечно, мне очень жаль, что в комплексный план 2018 и 2019 года Сухумский район вообще не попал. Только вот дорога Сухум-Каман. Проблем много, но надеюсь на то, что мы все вместе, и собрание района, и депутаты парламента от Сухумского района, и в первую очередь коллектив, и главы сел, мы все вместе осилим все эти проблемы. На расширенном совещании Министерства по налогам и сборам были подведены итоги 2017 года. Обсуждены задачи, которые необходимо будет решить в нынешнем году. Тему продолжат наши корреспонденты. По результатам работы за 2017 год общий объем налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, поступивших в государственный бюджет, составил 2 482 миллиона 496 тысяч рублей. При плане на 2017 год 2 791 миллион 285 тысяч рублей. То есть план выполнен на 89%. В суммарном выражении не поступило 308 миллионов 788 тысяч рублей. Увеличение плановых показателей налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазии за 2017 год по сравнению с 2016 годом составило 108%. Динамика рассматривается в сравнении показателей отчетного года с показателями аналогичного периода прошлого года. С отчетом о проделанной работе ведомство выступил замминистра по налогам и сборам Александр Гулия. В 2017 году было проведено всего 543 налоговые проверки, а в 2016 году 864 налоговые проверки. То есть по сравнению с 2016 годом мы провели на 321 налоговую проверку меньше, чем в 2017 году. Результаты у нас оказались более высокими в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Было за 2017 год всего доначислено 42 миллиона 341 тысячи рублей. В то время как в 2016 году 40 миллионов 451 тысячи рублей. То есть почти на 2 миллиона рублей в результате контрольно-аналитической работы в бюджет поступило больше в 2017 году.
Таким образом, динамика фактических поступлений налоговых платежей за 2017 год составила 91%. Динамика рассматривается в сравнении показателя отчетного года с показателями аналогичного периода прошлого года. С отчетом о плановых заданиях по районам республики на 2017 год выступила начальник управления анализа и отчетности Министерства по налогам и сборам Олинда Агарба. Плановые задания за 2017 год были выполнены по следующим районам республики. Сухумский район. Выполнение составило 159%. При плане 64 миллиона фактически поступило 102 миллиона рублей. Динамика роста 123%. Гулерипский район. Выполнение составило 108%. При плане 62,5 миллиона фактически поступило 67,7 миллионов рублей. Динамика 84%. Не справились с плановыми заданиями следующие районы. Город Сухум. План выполнен на 98%. При плане 1 миллиард 567 миллионов рублей фактически поступило 1 миллиард 534 миллиона рублей. Динамика положительная, 101%. Плановые задания также выполнены по Гагарскому району на 68%, динамика роста 73%. По Гудаутскому району 92%, динамика роста составила 96%. В Очамчирском районе план выполнен на 47%, при динамике роста 45%. Куарчалский район справился на 75%, где динамика роста составила 93%. В Галском районе план выполнен на 93%, при динамике роста 89%. В целом по республике плановые показатели были выполнены по следующим видам налоговых платежей в бюджет. Подоходный налог составил более 100%, налог на имущество 110%, акциз 189%. Не выполнены плановые показатели налоговых платежей по следующим направлениям. Налог на прибыль 95%, курортный сбор 58%, спецналог 92%. НДС 69%, земельный налог 82%. Сумма задолженности по налоговым платежам на 1 января 2018 года по республике составила более 480 миллионов рублей. На аналогичную дату прошлого года общая сумма недоимки по республике составила 410 миллионов рублей, то есть сумма задолженности увеличилась на 70 миллионов рублей. Структурными подразделениями налоговых органов ведется работа по выставлению инкассовых поручений по всем задолженностям, а также по направлению сведений о злостных неплательщиках налогов в правоохранительные органы. По итогам коллегии Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия принято постановление, согласно которому начальникам ИМНС по городу Сухум и районам были даны ряд поручений, направленных на улучшение налогового администрирования, качество проведения документальных налоговых проверок и усиление работы по выявлению возможных резервов поступления налоговых платежей в госбюджет. На Алакове Саида Гухава, Абхазское телевидение. Еще об одном налоге на добавленную стоимость шла речь в Сухуме. За круглым столом собрались предприниматели, депутаты парламента, представители администрации президента, чтобы попытаться ответить на вопрос, нужны ли изменения в существующий закон об НДС. Как отметили участники встречи, лишь совместно обсуждая эту тему и выработав предложение, можно прийти к единому мнению. Рената Шакая продолжит тему. Председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочарова согласен, что закон правильный, он необходим, но, по его мнению, закон до сих пор недоработан. Роман Кочарова убежден, что подобный налог нужно начинать с минимальной ставкой и потом лишь прийти к 10% ставке. На наш взгляд, нужно пересматривать сами ставки. То есть формула, по которой НДС сейчас исчисляется, она верна, она во всем мире работает одинаково. И это правильная формула. Но дело в том, что мы не готовы пока к таким серьезным ставкам, как 10%. Поэтому наше видение такое, что нужно, во-первых, пересматривать списки освобожденных. Нужно понимать, оставить их в таком виде или что-то менять. Это будет как раз парламентская рабочая группа заниматься этим вопросом в ближайшие дни. И также, на мой взгляд, нужно менять ставку. Ставка должна быть более щадящей. Это приведет к тому, что бизнес будет более открыто работать и государственный бюджет будет более активно пополняться. И со временем, конечно, если
эта схема будет работать, то, конечно, с годами ставка может расти, и со временем, наверное, она может опять прийти к 10%. Но мы здесь склонны все-таки не к резким каким-то действиям, а к плавному переходу, который не будет сильно бить по карману нашего и бизнесмена, и жителя, и всех остальных. Известно, что созданная в парламенте рабочая группа занимается внесением поправок закона об НДС и выработкой концепции новой налоговой системы. Председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр отметила, что в состав рабочей группы вошли все заинтересованные структуры. На начальном этапе мы будем работать над НДСом. Мы хотя бы то небольшое, что возможно привнести, да, изменение, дополнение в закон об НДС, это как бы начало. А на втором этапе, уже как бы основном этапе, это то, как мы видим и какой мы видим нашу налоговую систему. То есть разработать концепцию всей налоговой, ну, всей налоговой системы и сделать реформу налоговой системы. Цель не в том, чтобы какие-то получить выгоды на сегодняшний день, а на перспективу, чтобы это не было вот тот закон, который мы написали в 2015 году, который стал работать с 2016 года, два года по экономическим показателям мы видим, что идет проседание. Да? Мы понимаем, что там достаточно вот вчера, в частности, в обсуждении по НДС мы обсуждали список товаров, не включенных в налогообложение по НДС. Он огромен, понимаете? То есть НДС не должен быть и не может быть кабалой для наших предпринимателей. И это мое четкое убеждение. По словам заместителя главы администрации президента Адгура Лужба, пока не идет речь об отмене или радикальном пересмотре закона об НДС. Он может быть изменен лишь после того, как будут проанализированы все предложения и рассмотрена их целесообразность. В дальнейшем, как мы и говорили, предполагается выработка концепции налоговой реформы. Будет там место НДСу или не будет места, мы сейчас сказать не можем. Пока есть определенные мнения, есть разные подходы, мы их собираемся обсуждать. Но это более, так сказать, долгосрочная перспектива. И чтобы снять остроту сегодняшнюю, избран путь внесения изменений, дополнений, смягчающих, как я сказал. Экономист Марина Квицини убеждена, что закон об НДС нужен, но с первоначальной ставкой не выше 5% для всех и отмена льгот для другой части предпринимателей. Что нам нужно прежде всего? Во-первых, у нас огромное количество льготников. Ставку нужно снижать. Ставка должна быть не более 5%. А льготника уберите, и тогда мы получим и в казну получим, и наш предприниматель немножко оживет. Иначе у нас ничего не получится. Вы понимаете, мы многие предприятия, которые сдавали отчетность, сдавали баланс, они все ушли на ИП и тихо-тихо уходят от этой схемы. То есть мы загнали их полностью в тупик. Надо посмотреть еще там, понимаете, из этого контекста вырваны были важные вопросы. Нет у нас ни книги продаж, ни книги учета, непонятно, с какой партии заплатили НДС там же на границе, понимаете? И вот тяжело администрировать, но нужно администрировать. Я не против этого законодательства, не против вообще об НДС. НДС, он имеет такую функцию, которую в стране дает налоги, да. Все это понятно, но может быть даже нужно будет в дальнейшем пересмотреть его и посмотреть. Но мы должны учитывать нашу ситуацию. Какая у нас в стране ситуация? По мнению предпринимателей, существующий закон об НДС без поправок не принесет пользу ни предпринимателям, ни государству. Лишь совместно обсуждая эту тему, выработав предложение, можно прийти к единому мнению, подчеркнули участники встречи. Рената Шакай, Беслан Джанджули, Абхазское телевидение. Госдума ратифицировала соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, по которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, получат бессрочный полис обязательного медицинского страхования в российских медицинских организациях. Документ был подписан по итогам переговоров президента Абхазии и России Рауля Хаджимба и Владимира Путина, которые состоялись 8 августа 2017 года в Пицунде. Состоялось первое совещание рабочей группы под председательством вице-президента Виталия Габния, которая была создана в целях объективного рассмотрения заявлений кандидатов на обучение в российских вузах. На встрече были обсуждены порядок и даты проведения вступительных испытаний для абитуриентов, претендующих на лимиты. Ирина Аршба продолжит тему. В этом году вступительные испытания для абитуриентов, желающих учиться в России, начнутся позже обычного. И связано это с проведением на территории Абхазии выборов президента Российской Федерации. Экзамены состоятся после 18 марта. Как правило, у нас подача документов начиналась 1 февраля, заканчивалась 15 февраля. И в
вплотную начинались экзамены, и к 1 марта мы уже все это упаковывали, запаковывали и отправляли в головной офис Россотрудничества в Москве. В этом году произошли временные разрывы в связи с тем, что Россотрудничество занимается выборной кампанией президента России в Республике Абхазия. В этой связи у нас сами экзамены начнутся 20-21 марта, только после проведения выборной кампании. Условия поступления особо не отличаются от предыдущих. Как и в прошлом году, абитуриенту необходимо набрать минимум 50 баллов на первом экзамене по профильному предмету. Правда, количество лимитов в этом году намного меньше – 53. Получилось у нас так в этом году, что имеем очень резкое сокращение квоты, но при этом, насколько я понял своих руководителей, в Москве будут увеличиваться какие-то другие образовательные проекты в помощь университета в течение этого года. Все решения, которые будут приниматься относительно порядка проведения отборочных испытаний, оценки этих отборочных испытаний, будут приниматься нами согласованно на этой рабочей группе. Пока мы утвердили, что минимальный проходной балл для профилирующих предметов будет составлять 50 баллов. Окончательный план приема по направлениям пока не сформирован. Связано это с тем, что по одному из них, медицинскому, не определено количество выделенных мест. На данный момент у нас недостает информации по медицинским направлениям. Эта информация придет в ближайшее время из центрального аппарата. Нам скажут, сколько на медицинские направления мы можем учитывать из этих 53 мест. И тогда, собственно, будем иметь возможность, исходя из потребностей Республики Абхазия, сформировать окончательный план приема. Чтобы исключить коррупционную составляющую, все задания готовятся в головном офисе Россотрудничества в Москве. Конверты с защитой и будут вскрываться прямо на экзамене. Кроме того, экзаменационные работы будут проверяться дважды. Для этих целей рассматривается вопрос привлечения педагогов из России. Затем все уже исправленные работы будут вывешены на страничке вице-президента в соцсетях и на сайте Россотрудничества. Экзамены будут проводиться максимально прозрачно. Те задания, которые будут проверяться преподавателями из Абхазского государственного университета и выставляться баллы, далее будут, не в зависимости от них, будут перепроверяться другой группой преподавателей. Это могут быть специалисты из России, где на сегодняшний день мы полагаем, что у нас получится. Если нет, то мы наберем преподавателей уже со средних школ, которые перепроверят, и потом это все будет ксерокопироваться и выставляться на сайте вице-президента Абхазии и Россотрудничества, где у детей, их преподавателей, там, репетиторов будет возможность проверить как свою работу, так и работу всех остальных однокашников из группы, кто на эту специализацию подает. Заявления от желающих поступить в вузы Российской Федерации будут приниматься до 25 февраля. В офисе Россотрудничества открыты бесплатные компьютерные курсы. И если есть проблема с оформлением заявки на поступление, то здесь помогут заполнить анкету и собрать все необходимые документы. Ирина Аршва, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Список насекомых, наносящих серьезный вред экологии Абхазии, пополнился пальмовым долгоносиком. Пальма, в которой завелось это насекомое, обречена. Как спасти растения, украшающие побережье нашей страны? Какие способы борьбы предлагают ученые Абхазии? В проблеме разбирались Али Катрапш. Абхазия столкнулась с очередной экологической проблемой. Речь идет о пальмовом долгоносике, наносящем колоссальный вред этому декоративному растению. Впервые красный пальмовый долгоносик был обнаружен в Абхазии в 2016 году. Зона его распространения – Гагарский район. Из почти 200 экземпляров пальм, произрастающих здесь, выявлено 17 зараженных. Перед экологами стоит задача не дать распространиться насекомым на остальную часть республики. Самое важное – это ни при каких условиях не перевозить зеленый материал этого дерева для благоустройства каких-то территорий. Допустим, между Гичрыпшем и Гагрой есть определенный коридор, который в данном случае в нашу пользу. В Гагре мы не обнаружили случаев поражения пальм. Мы обязательно в этом году создадим возможность для того, чтобы был мониторинг, чтобы мы имели представление о том, какие деревья нуждаются в дополнительных мерах.
Самка пальмового долгоносика откладывает до 350 яиц на вершину пальмы. Спустя 7 дней личинки проникают внутрь ствола и начинают поглощать растительные ткани, разрушая сердцевину и точку роста дерева. За свой жизненный цикл пальмовые долгоносики полностью уничтожают стволы пальм, даже взрослых крупных деревьев, которым около 100 лет. У нас были встречи с людьми, которые имеют уже наработанный годами опыт по борьбе с долгоносиком. И нами собран материал, который, в общем, позволяет для того, чтобы его систематизировать. Планы таковы – мониторить, подниматься на уровень верхушки пальмы, осматривать листья, констатировать, если такое бывает, поражение, то первый этап – это опрыскивание пальмы, препараты, которые для этого, как бы, перед которыми уязвим долгоносик. Сложность заключается в том, что вредителя тяжело обнаружить. Пораженное личинками дерево довольно долго выглядит вполне здоровым. Лишь за 2-3 месяца до гибели ствол пальмы начинает медленно сгибаться, а листья начинают менять цвет. Если заметить кладку яиц вредителей вовремя, дерево можно обработать инсектицидом. Но после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно. Дерево обречено на гибель. Есть целая схема по утилизации пораженных растений, потому что они... Самая главная угроза для распространения дальше. В стволах скапливается огромное количество способных, значит, оживать вредителей и перемещаться на какие-то расстояния. Есть методика, по которой это дерево надо утилизировать. Ну, как, срезать, сжигать или обрабатывать просто до пропитания всей ткани дерева растворами ядохимикатов. По словам специалистов, Абхазия находится под угрозой проникновения около 20 видов новых для нашего региона насекомых вредителей. Всему виной глобализация и изменение климата. Государственная инспекция по карантину растений делает все возможное, чтобы предотвратить распространение вредителей по всей Абхазии. У нас находятся на границе наши инспектора, которые отбирают образцы, визуально проверяют, если необходимо, отобранные образцы присылают к нам в лабораторию. И тут они смотрят, если что-то конкретно обнаружить, и против этого будем вести борьбу. Для уничтожения пальмового долгоносика специалисты используют препараты-аттрактанты. Это своего рода приманки. Их использование позволяет эффективно отлавливать и уничтожать вредителей. Экологи надеются, что этот метод позволит бороться с новой напастью. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Уже несколько лет в Куарчале функционирует предприятие, изготавливающее облицовочный декоративный камень. Фирма «Домстрой» предоставляет своим клиентам большой выбор. И самое главное, камень изготавливается из натурального сырья. О том, как работает фирма, узнавала Сари Эсмар. Фирма «Домстрой» вот уже около 3 лет занимается производством декоративного камня. Каждый желающий облагородить фасад дома по своему вкусу может обратиться к производителям и заказать облицовочный камень по достаточно выгодной цене. У нас сегодня один квадрат стоит 800 рублей. В том году он стоил 750, 650. Почему? Потому что в том году цемент был декоративный, чем мы заготавливаем. К сожалению, сегодня подняли цену на 1150, на 950. И нам, исходя из этого, пришлось чуть-чуть цену прибавить. Камень производится в Тхорчале. Это складное помещение, полностью оборудовано для работы. Ежедневно здесь трудится 6 рабочих. У каждого из них свои обязанности. До конечного результата сырье должно пройти несколько этапов обработки. Мы начинаем изначально все с красок. Все натуральные пигменты, все у нас настоящее. Здесь все мы взвешиваем по граммам. Дальше продолжается, проходим пульверизатор. Вот этим пульверизатором мы красим формы наши. Все красим до единого. После этого всего мы наши формы смазываем маслом. И после этого всего проходим дальше. Мешалка, здесь мы добавляем щебенку. Также продолжается цемент декоративный. Сюда добавляются краски настоящие, натуральные пигменты. После этого всего, когда это готово наше, переходим к вибростолу. Формы ставим сюда на стол мы. Заливается раствор. После этого всего мы все ставим на поддоны и заносим в сушилку.
Необходимо отметить, что камень производится из немецкого высококачественного сырья. Долговечность, натуральность, практичность и экологическая чистота камня позволяет использовать его не только для фасадной облицовки, но и внутренней отделки помещений. К примеру, стен, полов, цоколей, ванных комнат, тем самым придавая интерьеру оригинальный стиль и неповторимую красоту. Наш камень, он не является проблематичным, он готовится из цемента, из щебеня и так далее. Он является чистым продуктом. Человек может без проблем взять, заказать даже дома внутри, и никакой опасности в нашем камне не заключается. Если несколько лет назад фирма «Домстрой» могла предоставить клиентам всего несколько видов готового материала, сейчас у производителей достаточно большой выбор. Здесь создаются камни самой разнообразной формы, цвета и стиля. Клиент, заказавший камень до 100 квадратных метров, может получить уже полностью готовый материал в течение недели. Для начала было чуть-чуть тяжеловато. Почему? Потому что наши люди не знали, что мы имеем такой камень, декоративный, облицовочный. У нас очень много видов. Сегодня мы прибавили еще 10 видов. Мы можем сегодня любого вида нашего камня беспрекословно, без проблем заготовить в нужное время. Из всех этапов обработки больше всего времени занимает последний – сушка. Материал просушивается сутки в специальной комнате при определенной температуре. И только после этого его можно упаковать и отправить в магазин, который находится на Каштаке. Каждый желающий может приехать и на месте выбрать понравившийся вид камня. В случае, если объема материала меньше, чем требуется к клиенту, производители принимают заказы и приступают к производству. В первую очередь хочу поблагодарить тех людей, которые нам помог. На сегодняшний день это является Кубава Атгур Надаревич. Ему огромное спасибо. Это тот человек, который нам сегодня помог, рядом с нами стал и финансами, и во всех сторон. К нам приезжают люди, смотрят, посещают, приобретают, покупают. Каждый квадрат имеет свое считанные штучные числа. Так что мы ждем каждого. Здесь у нас работают специалисты, которые могут подсказать, сказать, помочь. Из всех видов строительного материала декоративный камень считается самым красивым и качественным. Его структура, неповторимый рисунок и богатство цвета привлекали архитекторов и строителей во все времена. Представители фирмы «Домстрой» при открытии цеха взяли за основу создание необычного интерьерного решения для каждого своего клиента. По сей день эта идея успешно реализуется, ведь на счету у фирмы облицовка ни одного частного дома или же здания. Впереди у фирмы большие планы. В первую очередь расширить производство и предоставить рабочие места жителям Тхорчала. Сария Смыр, Леон Адлейба, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу преимущественно без осадков. В воскресенье утром местами возможен дождь, днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 4-9, днем 12-17 тепла. Температура моря плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.